Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. 21 апреля сегодня 2018 года. Пришли утром, ну, свинкам есть давать. У нас уже пополнение. Прозевали, никаких этих самых признаков не подавало. И ночью поросилося. 10 поросят привела свинка. Сама совсем справилась. Переночевали они. В принципе. О, вот это меня. В принципе, все нормально. Так что будем смотреть. Так, это... Поросятки, видите, уже обсохшие были. Все. Не пришлось мне ночью дежурить. Чем достоинство вьетнамцев? Размер, видите, с возрастом размеры у нее огромные. Поросята маленькие. Для нее, я так понимаю, рождение поросенка это не очень большая проблема. Правильно я мыслю? Да. Ну, соответственно. Большой, ну, да, она уже умная, как бы, да. Цел у нее, наверное, пятый или шестой порос уж. Пускай еще, ну, мы пришли, она кормила их, сейчас не хочет давать им что-то есть, сама поела, наверное, у нее сейчас сон мацион. Посмотрим, что из них получится. Наверное, на третий или на пятый день проколем их железом, витаминами. Зубы ломать не будем. Сперва ломали, потом почитали, проконсультировались. В общем, для вьетнамцев не так это все критично, да. Поэтому и зубки им нужны для того, чтобы хорошо за сиську цепляться. Давайте я их сейчас накрою одеялом, чтобы они не мерзли. Лампы нет у меня. Включил, он дуйчик повесил. Дуйчик нормально сейчас надует. Ну, в принципе, на улице тепло. Ночью такое, да, как бы не очень. Ну, вот такой вот из травы. Они даже зимой закапываются. В принципе, я так подгадываю таким образом, чтобы они поздняя осень, ранняя весна. У нас опоросы идут, да? Ну, чтобы ночная тепло температура была еще тепло. Да, еще более-менее тепло было. И вот и сейчас так получилось, что ночью, наверное, плюс, может, 10 там. Не, меньше. Меньше было. Ну, в сарае нормально. Да, в сарае тепло. Хотя температура им нужна там высокая. Ну, опять же, вьетнамцы, они как бы дикие. Больше к диким, поэтому... Иммунитета больше. Да и вообще они приспособлены лучше. Не настолько еще там одомашнены, чтобы... создавать им такие-то микроклиматы обалденные. Всего хватает. В принципе, все. Пусть поросята набираются сил. Я думаю, дня через 3, может, через 5 мы их проколем. Они уже будут веселые. Уже их всех поймаешь, кого, да? Да. За первый день они такие еще слабенькие, чумные. Потом бегают, что угорелые. Все, давай, Роска, а ну, на камеру что-нибудь скажи. Не будет ничего говорить, будет спать. Не, нормально. А ну, вот тогда тепло, вот. Они в кучу сбились, не расползаются. А то, когда начинают расползаться, он еще маленький, не соображает и теряется. Он все уползет куда-то и там забьется в угол, капец вам будет. А толпой они хорошо. Они друг друга не давятся, не цыплята. Тем более, я смотрю, он самых... Самые дохлые сверху прыгают. Самые здоровые внизу, да. Основание. Ну, как бы 10 штук. Нормально. Я считаю, это даже... Ну, короче, они ее высосут. Через месяц посмотрим. Вот я перед этим видео бросал. Дня за 3 снимал, за 4, не помню точно. Он был такой бомбовозом здоровым. Да, сейчас нормально.
Не-не, ну я вообще говорю, а вот посмотрим через месяц, такой дрыщ будет. Они ее, тем более 10 штук высосут, они ее крепко. Ну это хорошо, в принципе, пускай. 10 должна выкормить нормально, по большому счету. Да, сейчас весна, сейчас. Да, сейчас мы их... Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комменты. Поросята кушать хотят. А мама что-то их пока не очень хочет кормить. Но пришли они, висели у нее. Ну, кушали. Возможно. Ну, как бы она сама знает, когда, да, я так понимаю. Да. Ну, у нее тоже отходняк, да, отдохнуть надо. Целую ночь работала. 10 таких гаврюшев родить. Молодец. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.